Дамы и господа, всем привет! С вами снова КБ Загородная. У нас окончательно встала зима, пришла, как видите. Вот. Но сейчас я хочу кое-что другое сделать. В общем, та обработка от мышей, которую я делал в начале июля месяца, видимо, ее эффект закончился. То есть мать сказала, что в доме старом стали снова появляться мыши. То есть их, сколько получается, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, почти 5 месяцев не было. Вот. Сейчас я хочу повторить обработку. Как раз дом будет стоять пустой, никого не будет, все закрыто. Вот. И посмотрим, как это будет работать, ну, теперь уже очередные 5 месяцев до лета. Вот, в общем, средство, которое мне так хорошо помогает, это вот эта вот серная шашка ФАЦ. Стоит она копейки, какие-то там, по-моему, 50-60 рублей. Вот, эффект во всем доме от нее, ну, 5 месяцев, 4-5 месяцев сохраняется. Вот. Вот видны остатки шашки, которые я использовал в тот раз. Значит, я что делаю? Я затыкаю все вентиляционные проушины в фундаменте, закрываю все форточки, все двери как можно плотнее и зажигаю там вот эту шашку. Вот, ну, в общем, что делаем? Очищаем пространство вокруг шашки. Обязательно, ну, здесь, в принципе, горючего ничего нету. Ну, так, на всякий случай, лучше, конечно, перестраховаться. Вот. Тут остаток от предыдущей. И аккуратненько шашечку поджигаем. И она начинает тлеть. Убеждаемся в начале процесса. Сильно она не горит, она тлеет потихоньку. Она не просто серо-серо с гипсом. Гипс, кроме того, что вяжет, он еще и является замедлителем процесса. Все, пошел запах такой вот неприятный. И, в общем-то, сразу же желательно отсюда эвакуироваться. Ты заходи, если что.